Я хочу пригласить на эту сцену замечательную юную нашу коллегу, которая играет на балалайке. Она из города Тамбова, победительница проекта «Синяя птица» конкурса, Анастасия Тюрина. Настенька, проходи, пожалуйста, мы ее приветствуем. Вот такая у нас искорка, которая сейчас сыграет на балалайке вместе с нами. Что бы вы думали? 24-й каприз Паганини. Попробуем, что из этого получится.